как проводите вечер пятницы? Сколько лет тебе? Мне 18 лет. Нет, не хочу с тобой вообще язык найти. Почему скучно? Почему Деда Мороза холод? Как сердца отправить? Просто жми на экран. Ну, давай сходим, почему нет? Привет. Спасибо большое. Там в Инстаграме уже кто-то подписался. Человек 5. Палец устал. Спасибо большое. Сколько тебе лет? А сколько дашь лет мне? Мне интересно послушать мнение. Ты в каком классе? Я уже закончила школу. Даю подсказку. Двадцать пять, спасибо большое. Нет, не угадали. Семнадцать, девятнадцать, тоже нет. 32. Вообще шикарно. Никто из вас не угадал. Хотя я вот буквально 2 минуты назад говорила, сколько мне лет. Нет, ты не угадал. Мне не 28, не 17. Ну вот один человек. Верно написал. Так 18. Да, молодец. Тебе вот буквально недавно говорила. Не, вообще халат детский какой-то. Такой розовый зайчиком. Да, ты молодец. Что там пишут? Может быть, я не заметила, что ты мне написал раньше. Спасибо большое за комплименты, очень приятно. Я не пойду ни с кем в приват, сразу говорю, можете не писать мне. Инстаграм у меня есть здесь, ссылка. На контакты, на Инстаграм. Из-за чего ты обиделся? Сегодня будешь смотреть бой? Какой бой? Привет. Ребят, у меня завтра единственный выходной, наконец-то, за неделю. И я ни с кем не пойду на чашку кофе. Я буду лежать дома, отдыхать и спать до вечера. Смотреть всякие киношки. Ребят, не успеваю читать всех. Напиши еще раз, пожалуйста. Привет, дела?
Ну, относительно нормально. Не считая того, что я безумно устала. Я сама себе в состоянии приготовить кофе, спасибо. Что вы, сексуальная таджичка? Спасибо. Безумно приятно. Спасибо большое. Ну, когда проснусь. Я вообще кофе не пью. В каком месте живешь? На Первомайке. Ну, если тебе это о чем-то говорит. Ой, с моей работой мне массаж, естественно, не помешает, потому что у меня постоянно болит спина, поясница из-за того, что я сижу всегда сгорбившись. Вот, шея. Поэтому, да, массаж не помешает. Что за Дед Мороз? Почему вы пишете про какого-то Санту Деда Мороза? Вы вообще о чем? Не могу понять. Я поняла, что про мой халат. Почему он у вас ассоциируется с Санте, короче, и Дедом Морозом? Это же Новый год скоро. Мне завтра будут делать массаж. Я напрягу одного человека мне сделать массаж. Что лучше делаешь? Массаж? А вы не знаете, кем я работаю? А, хотя да, у меня сейчас местоположение другое. Новые подписчики. По-твоему, я буду отвечать на такие вопросы публично? Такая девушка ночью влюбилась на ночь глядя. Ну, приятно.